Здравствуйте. Участковый, разрешите? Кроме шока, визит полицейского у пенсионерки Марии Радькова ничего не вызывает. Женщина впервые видит участкового и не сразу понимает, зачем он нагрянул. Полицейский объясняет. Акция. Ходить по квартирам и домам силовики решили, чтобы познакомиться с жителями домов своего участка и разузнать о дебоширах. Как у вас с соседями? Ой, хорошо? Желательно было, как раньше было, русские. Сейчас всех наемников нагнали, неприятно. Затопили, кухню всю затопили у меня. Жалобу пенсионерки участковый Станислав Изосимов проверяет сразу. Соседи сверху – съемщики. Придется разбираться с хозяином квартиры. Чтобы не терпеть такое отношение соседей, лучше сразу звонить участковому. Возьмите тогда вот у нас визиточки, чтобы не звонить напрямую сразу нам, участковым вашего района. И так в каждой квартире. За месяц участковые обязаны пройтись по всем домам своего участка. Акция началась по всей Хакасии. Граждане будут посещаться в основном в вечернее время. С 17 до 22.00 часов. Предусмотрены мероприятия по размещению на каждом подъезде дома информационных табличек, где будет отражена информация о месте нахождения участкового пункта полиции, часы приема граждан, а также фамилия, имя участкового, кто обслуживает данный участок. Акция для Хакасии не новшество. Впервые силовики пошли по квартирам в 2008 году. Причем выходить в народ полицейские будут еще два раза – летом и осенью. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков. Новости 7 телеканал.